Здравствуйте, я Джон Кехо, и я бы хотел поздравить всех женщин по всему миру с этим прекрасным праздником, женским днем. И я хотел бы поделиться с вами одной очень личной для меня историей. Историей о том, как я сделал предложение моей жене Сильвии. Очень немногие знают эту историю. Мы с Сильвией очень быстро поняли, что любим друг друга. И уже через неделю после нашего знакомства я подарил ей 7 красных роз. По одной за каждый день нашего знакомства. К цветам я приложил открытку со словами «Милая, поздравляю тебя с нашим юбилеем». Да, я безумно в нее влюбился. И через 8-9 месяцев после нашего знакомства я решил, что я хочу сделать ей предложение. Мы тогда с Сильвией встречались 2-3 раза в неделю, а на каждых выходных она приезжала и оставалась у меня. И вот наступила пятница, и я подумал, что именно сегодня тот самый день. И вот что я сделал. Я украсил всю спальню воздушными шарами. Я развесил плакаты. Было 3 плаката. На одном я написал «Я люблю тебя», на втором «Ты для меня все», на третьем «Да» и еще раз «Да». Этот плакат был как бы подсказкой для Сильвии, если она вдруг потеряет дар речи и забудет, что она должна ответить. А еще я разложил по всей комнате 220 роз. По одной розе за каждый день нашего знакомства. Да, я действительно считал дни нашего знакомства. И вот она приехала ко мне домой, мы выпили по бокалу вина, и, как обычно, Сильвия сказала, «Подожди, я занесу свою сумку наверх». Она поднималась по лестнице, а я шел следом за ней. И вот она вошла в комнату, огляделась, а там розы по всей комнате, шарики, плакаты. Это все ее просто ошеломило. Она присела на диван, пытаясь осознать, что происходит. А я, конечно, как положено, встал на одно колено и сказал, «Сильвия, ты выйдешь за меня?» И ей даже не пришлось прибегать к подсказкам на плакате. Она ответила, «Да, я люблю тебя, Джон, я выйду за тебя». Вот так я и сделал предложение моей жене. Что я могу сказать? Мне нравится быть романтиком. Еще раз с праздником, женщины.